середина второго периода остается за спиной. Спартак атакует. И бросок! Масальскис вытаскивает эту шайбу. Это что-то невероятное. Да, это просто чудеса сегодня. И не в решете совсем. Это супер сейв. Да. Классное спасение вратаря Тольяттинской Лады. Я продумал в роли ассистента, тут несколько рикошетов, Лещенко бросает и тоже попадает сначала в клюшку Влада, и затем шайба уже направляется в сторону ворот. Ситуация ни разу не улучшилась для Масальскиса, но все равно голкипер Влады подтащил.